А сегодня выступит, мне кажется, тоже очень интересный музыкант. Музыкант из Поморья. Он сейчас живет в Москве, но изначально он из Архангельска. Андрей Барбашов. Его дуэт, который фигурирует в разных ситуациях под разными названиями. Так что мы сами вот перед концертом думали, как это все представить. Одно это название «Аказия», другое название «Арт-нечто», третье название «Нечто Трая». И кроме того, он играет в ряде блюзовых проектов, в частности, вот на сцене этого же клуба он играл с такой милой негритянской певицей Кармен Мокси. Но то, что сейчас перед вами прозвучит, это ближе, как мне кажется, к нашей теме. Это прогрессив фьюжн клавиши барабаны. Про барабаны отдельное слово надо сказать. Андрей Панкратов, может быть, вы помните еще по концертам группы Костырева. В рамках группы в составе группы Костырева он участвовал на фестивале Инпрог 2003, как минимум. И еще ряде наших концертов. Ну, а его нынешняя карьера очень полна, разнообразная, интересная. И а пока что прошу вас погромче приветствовать группу «Оказия». Добрый вечер, друзья. Спасибо за внимание. Первая композиция, которую мы покажем, называется «Берега Ага», трехчастная. Thank you.
больные люди, люди речные, водяные люди морские. Водяные люди, люди такие, огненные люди другие. Yeah.
Серпантин. Thank you.
Гриб-метеорит. А на дороге желтый гриб, к его шляпе мох прилип. Он живет тут много лет, он пришел с других планет. Гриб-метеорит.
шоу. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Андрей. Очень рад вас снова слышать. Андрей выступал, Андрей Барбашов, на «Пустых холмах» с другим барабанщиком, но в рамках того же проекта. Ну вот, я думаю, что мы их еще услышим не раз, так или иначе, в наших мероприятиях.